Экологически чистый, натуральный, биоразлагаемый, климатически нейтральный. Европарламент дал зеленый свет директиве, которая улучшит маркировку товаров и запретит использование общих экологических заявлений без доказательств. Инициатива, принятая практически единогласно, призвана защитить потребителей от вводящих в заблуждение маркетинговых практик и помочь им сделать выбор при покупке. После официального утверждения государствами-членами ЕС новое правило должно стать частью национального законодательства в течение 2 лет.